Я думаю, что варто. По содержанию прежним можно не оставлять, а по сути оставить можно. То есть поменять немножко сущность этого праздника. Ну, я согласна с подобным разделением. И еще хочу сказать, что наши люди, даже независимо от их каких-то соображений личных, потому это или иному вопросу, для них майские праздники – это очень важно исторически. Поэтому нашему человеку чем больше праздников в мае, тем лучше. А разделение на живых и мертвых – это замечательно. Очень много людей, я знаю, что для них, что бы там ни было и как ни трактовалась история, для них 9 мая является святым днем, и они его празднуют. Также есть, не могу сказать, что большая часть, мне известно, меньшая часть людей, которые десятилетиями и до этого 9 мая категорически не праздновали. Но если так сложилось исторически, что это праздник, каждый уже будет вкладывать в него тот смысл, который он считает нужным. Я бы праздновал оба, потому что остались люди, для которых это еще свято 9 число, и есть люди, которые хотят праздновать как праздник, который имеет отношение к Европе. Но дело в том, что есть часть, наверное, молодого поколения, для которых он вообще сейчас ничего не значит. Вот. И если, ну, я не уверен, что он будет значить и 8 число. Лично мое мнение, думаю, уже прошло 70 лет, больше. То есть, думаю, не стоит. Ну, знаете, война войной, но ее мифицировали достаточно. И делать из этого, не знаю, что это за праздник, что фашистов выиграли с фашистами 70 лет назад. Это прошлое в прошлом. Надо смотреть на будущее. Я считаю, в нашей стране, да, надо сохранить 8 и 9. Ну, я думаю, что историю, во-первых, историю уже не перепишешь. То, что было, то и остается. Была Великая Отечественная война, забыть о ней, это, по крайней мере, как, ну, неуважение даже к истории, ко всем тем людям, которые принимали в ней участие. Поэтому, конечно, однозначно ничего отменять нельзя, забывать нельзя, нужно помнить то, что было, как оно было. И мало того, время идет, многие, возможно, новое поколение даже не знают, что такое было, что это такое. Поэтому я считаю, что наоборот, нужно и какие-то работы, возможно, проводить с детьми в школе, напоминать о том, что такое событие было.